Что ж не спится? Скажи, а постельку тебе хорошо послали? Клопиков, блошек не чувствовал ли? А я казенные деньги проиграл. А я проиграл 3000. Папенька, если послезавтра их не унесут, то со мной могут произойти очень неприятные для меня последствия. Внеси. Так откуда я деньги-то возьму? А? Друг мой, я ж твоих источников не знаю. Вот подожди, скажи мне, на какие ты... рассчитывал источники, когда проигрывал в карты казенные деньги. Вот возьми из тех, ты плати. Папенька, вы же сами хорошо знаете, но люди в подобных случаях, они об источниках они забывают. Друг мой, ну откуда же я-то знаю? Я в карты-то никогда не игрывал. Разве что с маменькой сядешь, в дурачки сыграешь, потешить старушку. Нет, ты мне, пожалуйста, ты меня в эти грязные дела свои, ты меня не впутывай. А пойдем, Коля, уж ты от молитвы святой меня отвлек. Пойдем с тобой посидим. Может, чайку попьем? Пойдем. Чайку попьем, посидим. Может, и поговорим о чем-нибудь. Не, Христа. Христа ради, прошу тебя, не об этом. Только не об этом. Папенька, а почему вы не хотите мне помочь? Потому что денег у меня нет, друг мой. Для покрытия дрянных дел денег нет. Это во-первых. А во-вторых, потому что это же вообще до меня не касается. Ты сам напутал. Выпутывайся сам. Любишь кататься, люби сам. Все, я знаю. У вас много слов-то на языке. Я прошу, попридержи. Ну, сыночек, попридержи дерзости. Дай мне это сказать. На дрянные дела у меня денег нет. Нет, не будет ты это знать. Ну подумайте, что со мной будет, А вот что Богу угодно, вот то и будет. Я же последний у вас сын, вы не забывайте об этом. Он, Володенька... Ты что, кажется, пошлости начинаешь говорить? Не, я не хочу твои пошлости слушать. Не хочу. И вообще тогда довольна. Вон погодка унялась. И дорожка поглажа стала полегоньку, да помаленьку. Тюх да тюх, прям не увидишь, как доплетешься до старшей. Слушайте, вы не уходите. Я-то этого разговора не оставлю. Вам хуже будет, когда при свидетелях начнем разговаривать. Тебе что, от меня негодяй не нужен? Никогда вы деньги отдали, те, которые я проиграл! Никогда я... Убийца! Что за шум-то? Никакого шума, маменька, нет. Вон и погодка у нас наладилась. Какое вчера смятение было. Вон Богу, стоило только захотеть. Вон у нас тише, у нас гладь, у нас Божья благодать. Петька, так я говорю. Маменька, кстати, мы дорогого гостя провожаем. Эх, Петька, ну почему такой дурной сын? Ну почему такой не... Ну остался бы здесь с нами, давай пожил бы. Давай погостил бы право, а? А нам бы все веселее было. Ну что ты так глядишь? Ты узоры, что ли, на мне видишь какие? Я смотрю, жду, что еще от вас будет. Ничего не высмотришь, это, друг мой, как сказано, так и будет. Я слова своего не изменю. Детки. Ах, жаль вас. Хотелось бы приласкать, как хотелось, а? Как приголубить хотелось, но, видно, нечего делать. Но не судьба. Сами вы от родителей бежите. Эх, свои завелись. Друзья там, приятели, которые дороже для вас отца с матерью. Убийца. Сейчас про кого это говоришь? Я так, про одного знакомого. Уезжай отсюда. Я вижу, на ссору лезешь. Я ссориться ни с кем не хочу. Эй, кто там? Велите-ка для молодого барина кибитку закладывать. Да цыпленочка жареного, да и горки, да и яиц возьмите и в бумажку заверните с Богом. Да нет, я еще не поеду.
Я же еще здесь останусь, я же еще в церковь пойду. Я попрошу панихидку по убиенному рабе Божию Владимиру отслужить. Как? По самоубийце, то есть? Нет, по убиенному. Это удивительно, а кто же его убил? Вы. Я? Вы. Я! Вы! Вы! За волочку без копейки оставил, кто ему денег не знал? Я! Зачем он женился против желания отца? Вы позвольте! Я! Христос с тобой, я никогда не позволял. Никогда! Он мне что написал? Хочу, говорит папа, жениться на Лидочке. Понимаешь, что написал? Хочу, а не прошу позволения. И я ему ответил, хочешь жениться, да женись. Я препятствовать не могу. Только всего и было. Только всего и было? Это что? Это не позволение? Я сказал, не могу препятствовать. А позволяю или не позволяю? Другой вопрос. Он мне позволения-то не просил. Прямо написал. Хочу, говорит папа, жениться на Лидочке. Хочешь женись, мой друг, на Лидочке, на разлидочке. Препятствовать не могу, правило такое. Я никому не препятствую. А насчет последствий, друг мой, не прогневайся. Сам должен был предусматривать. На то тебе ум-то от Бога дан, хоть бы он раскаялся, а? Хоть бы понял, как отца обидел, сделал пошлость, раскайся. Проси прощения, папенька, душенька, прости, мы вас огорчим. Он писал, что ему жить нельзя, что терпеть более нет сил. С отцом не объясняются. У отца прощения просит, вот все. Это было, он смутит, что и прощения просил. Попросил раз у папы прощения, видит папа, не прощает. Проси еще раз. Проклин! Ah!